была возможность с одной стороны стартовать легче платформы, с другой стороны, чтобы вот это вот многообразие подходов порождало в том числе конкуренцию между самими операторами платформ в тех или иных индустриях. Спасибо. Я хотел бы спросить два вопроса. Первый вопрос. Мы говорим об экономике, да? Но у нас о деньгах, например, не возникло. Где здесь лежат деньги, собственно? Это раз, и, соответственно, вот возник вопрос о платформах, да? Вот. Вопрос о возврате инвестиций, жизненном цикле этих систем и так далее. Вот этот вопрос не отраженный, на мой взгляд, он важный. И второй вопрос сразу же. Это как насчет прибавочной стоимости, где упрождают люди, а здесь люди тоже отсутствуют. Мне очень жаль, что именно так у вас сложилось впечатление. Мы как-то вот с одной стороны не хотели заваливаться совсем уже детали, которые нам казалось, что они понятны всем абсолютно. Но я попробую. Первое, про деньги. Любая платформа стремится к транзакционности. Да? То есть она должна двигаться в модель учета транзакций и выстраивания автоматизации этих самых транзакций для того, чтобы две стороны рынка могли там, в автоматизированном, полуавтоматизированном режиме максимально быстро осуществить свою сделку. И, соответственно, платформа живет на комиссии с транзакцией. Вторая часть пытается. Она может промежуточным образом жить на там, другие модели монетизации, могут быть, в том числе там, доступ к подписке и так далее. Вторая часть про деньги инвестиционные в саму платформу. Это как и любой стартап, условно, есть у него инвестиционный цикл, и дальше монетизация, которую они выстроили, позволяет эти инвестиции окупить и выйти на прибыль рентабельность и так далее. А если мы пойдем в сторону государства, где государство используется? Ох, вопрос, раз у нас начали. Да, вопрос отличный, он на самом деле настолько многогранный. Есть версия, которая может быть воспринята не совсем адекватно на уровне данного погружения, что в каком-то горизонте, речь идет о достаточно дальнем горизонте более 20 лет, может оказаться, что государство и заменит в принципе налоговую систему на дивиденды с платформ, да, в которой будет иметь участие, но это как версия. В силу того, что в другом месте будет сложно достаточно налоги государству будет выгодно развивать этот формат. На сегодняшний день государство в первую очередь заинтересовано в снижении транзакционных издержек в своем экономическом факторе и в ускорении экономических циклов. И в этом смысле любая платформа в своей индустрии позволяет эти параметры достаточно быстро достигать. Неважно, что это там, торговые платформы, на примере Alibaba, количество сделок, производящихся компаниями, скорость обновления ассортимента, количество упрощения порога входа для начинающих предпринимателей, то есть Alibaba, насчитывается 15 миллионов уже созданных с нуля предпринимателей за счет уменьшения порога вхождение на малый бизнес и так далее. То есть достаточно большой набор характеристик, которые позволяют платформе двигаться. Я думаю, что мы отдельно затронем сегодня тему еще и платформизации государственной регуляторики, и у нас будет на эту часть доклада, и там мы покажем те эффекты, которые могли бы действительно интересовать государство, интересуют вот, там, прям, в ближайшем году. Я ответил? Два вопроса, я ответил, как хочешь. Ну, в продолжение обсуждения вот, вопроса Михаила, вот такие платформы, которые уже захватили рынок в интересах одного производителя, являются ли они там препятствием для создания индустриальных платформ? То есть как вообще с ними? Конечно, они поднимают подходы. То есть, условно, попробуйте сегодня конкурировать там с тем же самым, с той же самой Alibaba Group, да? То есть ваши первоначальные вложения в MVP для того, чтобы просто встать с ним на конкурентную позицию, они значимо выше, чем на том рынке, где нет платформы. То есть здесь вы можете как бы стартовать там с меньшим набором. Алексей хотя и сказал, что этот объем
все равно достаточно большой, да, для инвестированной платформы. Но все-таки там, где уже присутствует мощный значимый игрок, который собрал индустрию, накопил данные, обвесился интеграциями там, с сопутствующими сервисами и так далее, конечно, с ним конкурирует гораздо сложнее. Еще один момент про деньги. Я с удовольствием предоставлю чуть позже слово Сергею Борисовичу и надеюсь, он нам сделает какую-нибудь большую информацию, как Impact Investing меняет при наличии платформ, в принципе, индустрии инвестирования. Предлагаю двигаться дальше. Предлагаю вернуться к той задаче, с которой мы начинали. Есть различные подходы к созданию этой.